Большим событием в жизни русскоязычного Нью-Джерси стало открытие нового здания Центра еврейской жизни в городе Мальборо. Событие стало возможно благодаря семье филантропов Сеймону и Лине Гарбер, которые также подарили центру трехметровую роспись «Древа жизни», выполненную всемирно известным художником Доминго Запата, специально по их заказу. Каждый год Центр еврейской жизни проводит торжественный светский ужин, который посещают политические деятели и лидеры общины. Главное событие в этом году – открытие фрески «Древа жизни», которая символизирует генеалогическое древо участников Центра русского происхождения, прибывших в Америку из бывшего Советского Союза. Сегодня это день, когда мы говорим спасибо каждой семье и каждый человек, который чувствует и говорит, что вот это место – его дом. Когда мы это покупали, я думал, что вот куча места есть. We have enough place на 10, на 20, на 30 лет. Но, видимо, уже на первый год на Рош ха-Шана Йом-Кипур пришло больше 600 человек. На прошлый Йом-Кипур, Рош ха-Шана Йом-Кипур на Новый год, было почти 800 человек. Значит, это здание, которое у нас больше 5000 square foot, уже мало.